Всем доброго времени суток. Всем привет. Мы начинаем после некоторого перерыва. Сейчас будем вспоминать. Пойдем делать задания и собирать все, что не собрали. Вот чатик говорит, что нужно пещеру осматривать вот здесь по этому заданию. Хотя мы вроде как там уже лазили. Сейчас пойдем еще раз слазим. Может, кто-то из шахтеров сможет помочь, у них здорово получается копать. А где нам шахтера взять? Поверить не могу, что я выронил свой желудь. Какой же я неуклюжий. А, то есть он про этот песок говорит. Мы с песком пока не умеем работать. Так, как у нас там... Ага. Эй, дух, я уже знаю о мельнице. Неужели надежда есть? Это было. Что ты там нам можешь предложить-то? Крыша над головой, это мы знаем. Последний штрих. Моки правы строительство. Это мы тоже знаем. Вот, расчистка входа в пещеру. Такое ощущение, что вход в пещеру вот-вот обвалится. Когда мы горлики бежали в шахты, пришлось научиться рыть тоннели. Если добудешь руду, я все починю. Он везде песок уберет, что ли? Ну, в любом случае, у нас руды нет пока. А сколько надо? 6 штук. А у нас? У нас 4. Угу. Хорошо. Здесь мы пока ничего, значит, не можем посмотреть. Вот сюда мы пока не пойдем. Вот. Пойдем пока... Вот сюда можно сходить. Вот здесь вот какой-то проход. Да, пойдем сюда налево, здесь ближе. Все улучшения только в этой локе работают. Ну, понятно. Жаль. Как я могу? Сейчас бы вспомнить, как там ЛБ цепляться. Да. А, мы сюда заходили, кстати. У нас еще не было этой способности. Да, мы не могли пройти дальше. Мы такие посидели тут и сказали, пошли-ка мы отсюда. Ага. Там, кого будет смущать мой голос, извините, сиплю немножко. Ага, опыт, хорошо. Водичка хорошая тут. Там плюются, и водичка хорошая, да. А по карте что получается? Угу. А вот влево смотри, куда там можно пройти. Да-да-да, я туда как раз и ползу. А давай в водичку пока. Нычка. Там поверху можно пропрыгать. Угу, сейчас. Ого. Чего вы творите-то? Нычка. Ей, энергия. А почему у меня не открылась зона? Потому что ты через низ прошел. А-а-а. Ну там же вода. Так ты запрыгнуть можешь наверх. Здесь я не могу запрыгнуть. А почему вода-то не открылась? Оплывай обратно и давай. Но вода-то что не открылась?
Вот он деревяшку узнает. Ай. Чего ты там ищешь-то? Мне показалось, там можно пройти. Сейчас я как раз куда надо, да? Да. О, руда. Еще штучку надо, получается. Ну, вообще, я удивляюсь, потому что все нычки обычно на карте потом засвечиваются нормально, открываются. Ну, вот ты открыл нычку, теперь, наверное, все открыто. Оп. Колючки, колючки, колючки. А туда мне надо лазить? Нет, сюда мне не надо. Что это было? Я ничего не понял. На самом деле плохо управление, помню, в плане драк. Ну, вроде ничего. Теперь мне нужно где-то над озером забраться наверх. Родниковое святилище, слух разведан. Драка, драка. Сейчас будет. Катя, спасибо за ресап, 27 месяцев. Спасибо тебе большое. Тут явно нычка какая-то, или мне кажется. А? Тебе не кажется. Сейчас я вся громкость просто немножко в ушах потише сделаю, а то орёт. Ой, ну что, попробую. Сейчас я сяду. Боевую позу. Да. Сейчас Александр займет. Да ты длиннорукий какой. Клац-клац, говорит. А, можно наловить вот эти штуки и направлять вот в это. Да, которые ползают. И в них тоже можно. Да, одну есть смысл убрать. Ай, осторожно. Кто там был? А, скорпион опять. Да кто это? Скорпион живет? А, и комары еще. Ну или кто это там? Это пчелы. Комары. И осы. Хо-хо-хо. Хорошая способность. Здорово. Ай. Ай. Все собрал. Они какие-то более прыгучие, мне кажется. Что такое? А! Дайте полечиться.
злые какие все. Злюки. Противные. А как это я в воздухе сделал? Ты вообще устаешь прыгать? Ему нормально. Есть. С первого раза. Е-е-е. Ячейка. А нам за все святилища дают ячейки, да? Это ж круто. Так, я теперь могу поставить сюда что-нибудь хорошее. Враги получают на 70% больше жизни, наносят на 70% больше урона. Но при этом Ори получает из них в два раза больше духовного света. Не уверен. Не, удар молотом у меня как-то в воздухе случайно получилось сделать. Я не очень понял, как. На кого-то приземлился? Ну, возможно. Вы притягиваетесь к одному врагу за прыжок, колючка, безрассудство, договор с жизнью. Не хочу. Разряд дуги. Не хочу. Пока можно на ХП поставить. Что ли? Или безрассудство даже. Ну, вообще, вот эти 15% такое себе. Поставлю на ХП пока. Притяжение вот это прикольное, но хотелось бы его улучшить, чтобы наносить урон. Вот тогда было бы круто. Хорошо, со святилищем мы закончили. Просто молот, когда летит вниз, он вроде все равно до низа долетает, а не в воздухе. Волны распространяет. Надо теперь вот сюда направо сходить. Это у нас предел Баура. Или не надо туда сходить тогда? Предел Баура — это, похоже, снежная локация. Тогда, наверное, потом туда сходим. Сейчас можно посмотреть, попробовать вот это место, наверное. Вот это место. Здесь вода была. Слуху можно разведать вот здесь. Кстати, у меня эти не отображаются. О. Спуститься, если разведать слух. Забраться вот сюда, да? Потом... А, и вот сюда еще глянуть. Блин, вот эта вот непрокрашенная фигня меня смущает постоянно. Я знаю, что я внизу уже был. Надо просто его чекнуть. Чтобы он не светился уже. И задание зачиталось. Не работает, да? А если пройти? Может, просто баги какие-то? Кыш.
А, тут только подлечился. Да у тебя здоровье было еще, в принципе, можно было бить. Ага. Вот это комары точно, значит там были осы какие-то, или пчелы. Там были. С жалками на попке. Ага. А, я тоже так могу. Мне духа немножко дали. Я, правда, не обратил внимания, сколько. Если это вообще 4, дали. По-моему. Короче, понятно, здесь не чекается. Вот сюда, там, там тупик. Писал QWERTY, там тупик же, да. Я же ходил сюда, и оно там не работает. Ну, в смысле, там ничего нет. Вообще, кстати, на старых локациях, возможно, можно включать. Ведь... Мне кажется, там что-то есть. Вот слева, да? Да. Ну, похоже, но не очень понятно. Есть ли там действительно что-то? Нет. Ну ладно. Молот — это самое крутое, что есть в этой игре пока. Так. Куда ты собрался дальше? Вот сюда хочу. А потом вот сюда. Ты сейчас налево и вверх, вверх, вверх. Так, да. Налево и вверх, вверх, вверх. До упора и направо. Или мне все еще налево? Что-то я не понял. А, все еще налево. Чего ты? Да я думал не убивать, а потом думаю, а чего не убивать-то? Мне же за них дух дают. Только как-то не очень понятно, сколько дали сейчас опять. Я все еще не туда, что ли? Да, боже мой. Направо. А как? Вот сюда вот где-то как-то пролезть надо. А как ты здесь пролезешь? Ну да, я тут не пролезу. А как туда попасть? Надо портаться, видимо. Другой колодец. Вот здесь вот забираться, значит, надо. А, в обход? Понятно. Пять духа. А здесь как? А я бы здесь и не забрался без тройного прыжка. Или забрался бы?
Так, стоп, я тут. Я тут был? То есть я тут мог бы, в принципе, пройти, что ли, справа? Что-то я запутался совсем, я плохо так помню это место. Я здесь был явно. Оно как-то не всегда пишет плюс число. Вот сейчас написали плюс 6. Так. А, я вспомнил это место. Я теперь знаю даже, где нычка. Фрагмент ячейки энергии. Отлично, максимальный запас. Ой, музычка. Ага. Теперь вот сюда. Да я бы и с двойным прыжком прошел. И не такое проходили. Но с тройным это, конечно, явно проще. Тройной прыжок — это вообще крутая штука. Жалко, они его в осколки вынесли, а не как способность. Ограниченный, да? Да, то есть придется выбирать тройной прыжок или что-нибудь другое более крутое. А враги усилились на старых локациях? Или мне кажется? Были вот такие вот крутые богомолы? По-моему, нет. Пендаля волшебного. Я знаю, что мы сейчас откроем. Чик. А, то есть реально усилились, да? Но все равно слабее немножко. Не, ну это круто, что они немножко сильнее стали. Мне кажется. Хорошо. Я уже думал, мне показалось. Вот, теперь можно пройти сюда. Так, а как там задание переключить? Вот. А. Так. Хочу посмотреть, просто у нас 80%. Как-то... Карта невнятно сделана. У нас что-то в роднике не собрано. А, я даже знаю, что там не собрано. Там ячейка жизни, по-моему, висит. Светлые озера вообще 12%. Там мы не были толком. Ладно, короче, пофигу. Пойдем в чернильной топе. Слух посмотрим. В обычной карте показывают проценты, но, допустим, в старом Оре, когда вот отдаляешься на карту, там было удобно смотреть именно, насколько ты закончил там эти проценты. Быстренько можно было сориентироваться. Здесь это несколько менее удобно сделано, на мой взгляд. Ай.
Ну что ты кусаешься так больно? Тут мы брали. Светлые озера у нас налево вверх, под лунные норы. О, тут сразу видно враги посерьезнее. Эта локация уже новая. Не, ну почему? Вот такие у нас попадались уже. Вот, ну как бы да, но просто до этого прям совсем слабенькие были. Ну эти бьют сильно, да. И опыта за них дают вон в разы больше. Подожди, ну мы тут были. А, нет, мы не были тут. Мы приходили сюда. А, ловить надо его. Да, ай. На ту сторону перепрыгивай. Там штучка наверху. Да, вот направо перепрыгивай на ту сторону, он в тебя стрелять будет. Да, да, да. И вот теперь лови. Оп. Ага. Нашел дурака. В него, в него. Надо было стрельнуть в него. Подожди, у него зарытого. А! Не обновляется? А я не знаю, может быть, его нельзя убить? Может быть. Хотя нет, по идее, можно было бы. Ай. Я не могу сориентироваться. Вот. Мне подлечиться, они меня тут оплевывают. Ха. Мне какой-то подводный рывок должны дать по-любому. Ай, осторожно. Так. Может, там как-то течением нужно воспользоваться? Разве что. Ай, ну осторожненько. Я понял. А, здравствуй. Ты как раз вовремя. Я наконец-то понял, что хотят сказать эти камни. Кому-то они покажутся обычной грудой камней, но я знаю, что это ключ. Видишь? Одни камни длинные, а другие короткие. Это ноты какой-то мелодии. Думаю, эта мелодия открывает ворота в подлунные норы, но не понимаю, как именно. Прямиком в норы. Найдите артефакт. Что еще скажешь? Жаль, что я не умею читать каменные ноты. Не понял. Не цепляется к нему? Нет, вроде. Может, в них пострелять надо из лука? Может быть. Ты же сейчас молотком ударял, вроде ничего не произошло, да? Да. А. Ну, энергию тратит. А где энергию восстанавливать? Нет. Странно. А они отличаются, смотри. Или просто так, это рандом. Короткие, длинные. И что вот мы должны здесь вычитать?
Может, последовательность просто нужна какая-то? Не конкретно в ту... Длинная, только... короткая, средняя, средняя, длинная, короткая, средняя. Ты про палочки на заднем фоне? Да, но он же про них говорил, про камни. Я понимаю. Это я уточняю просто. Но я ожидал какой-то звук. Ой, я, наверное, трачу. Да попробуй начать с первой. Какая там первая? Сейчас. Ты куда? Ага. Так, давай. Длинная. Нет, значит нет. Короткая. Средняя. Ай, тронул короткую. Да, по-моему, не в этом дело. Тут никакой реакции же нет, Саш. О, звонит. Вот, все, звонит. Я понял. Понял. Так, теперь смотри. Теперь по порядку давай делай. Так, главное, длинная, другую не задеть. Короткая. Длинная. Короткая, длинная. Молодец. Легко. Ой, чатик, ну вы прям... Так. Мне вниз? А справа открылось? Подожди-ка. Так, надо лук убрать. Почему справа не открылось? А, там дерево! Я хочу туда! Интересно. Надо поговорить с ним, надо поговорить с ним. А может, в обратном порядке теперь сыграть? Чирик, проход в подлунные норы открыт. Здорово придумано. Если что-нибудь там найдешь, расскажи, ладно? Ладно. Давай в обратном порядке попробуем. Длинная, короткая. Так. Длинная... Короткая, длинная, там две средних. А потом что? Я не вижу. А длинная была? Нет, короткая, длинная. А, ты тоже считаешь? Ха! Легко вообще! Какие-то головоломочки у вас. Такие себе. Тоже с первого раза. Не, ну на самом деле я не думал, что это откроет. Ну ладно. Я считаю, что я тут молодец. Свет предков. Свет духов прошлого напитал вас силой. Теперь все атаки наносят на 25% больше урона. О, крутотень какая. Я прям чувствую эту силу. Наливается? Да. Не, ну просто на самом деле других идей у меня просто не было. Что тут еще можно сыграть такое, чтобы оно открылось, кроме как в обратном порядке? Не знаю, ну прикольно, мне понравилось.